С вами ведущая Ольга Мокшина и наш эксперт, гуру-специалист, это Юлия Колосова. Добро пожаловать в самую уютную рубрику на телеканале Шопеншоу. Рубрику «Дом», с которой ваш интерьер станет уникальным и стильным. Сегодня самое лучшее предложение праздничной серии для вас. Комплект для сна «Тысяча и одна ночь». Наполнитель «Верблюжья шерсть». И сегодня это самый популярный товар на телеканале Шопеншоу. Это ваш выбор. И это самый удобный, самый уютный и теплое предложение к сезону. Итак, это самый популярный товар нашего телеканала. И поэтому мы сделали на него самые низкие цены. И мы предлагаем сразу комплект. Итак, внимание, вы, заказывая комплект, получаете одеяло и подушки. Самый малый комплект по цене 1390 рублей. Это одеяло полутораспальное и одеяло 50 на 70. Ну что ж, определитесь, каких у вас больше комплектов постельного белья? Полутораспальных, двуспальных или размеров евро? И именно по ориентиру комплектов вы выбираете комплект для сна. Одеяло и подушки у нас есть и полутораспальные, и двухспальные, и размеры евро. Юля, ну вот почему все-таки... Тысячи женщин, миллионы уже остановили свой выбор именно на постельных принадлежностях из верблюжьей шерсти. Особенно наши постоянные покупатели, такое мнение потрясающе высказывают именно о верблюжьих одеялах. Столько отзывов, Оля, потому что одеяло теплое, легкое, подушка удобная, мы к ней обязательно вернемся, а я хочу начать именно с одеяла. Все-таки товар у нас сезонный, за окном холодно. И всегда хочется уюта, а тепло это как раз и уют. Ну что ж, одеяло у нас входит в комплект, одеяло на верблюжьей шерсти, и это самое главное – тепло, сезонность. И, конечно, это ваш выбор. Если вы только мечтали, только задумывались, воспользуйтесь случаем. Сегодня самая лучшая возможность, чтобы сделать заказ прямо сейчас. И посмотрите, мы предлагаем вам самые доступные цены. На Шопеншоу самые низкие цены, демократичные, чтобы вы смогли себя порадовать. И одеяло, и подушки входят в комплект. Вам осталось определиться, какой размер вам необходим. 1390 рублей – это самый малый комплект. При этом ваша выгода составляет 710 рублей. Ну что ж, сезон наступил холодный. И очень хочется согреться. Как нельзя лучше подойдет одеяло именно из верблюжьей шерсти. Одеяло теплое, легкое и умное одеяло. Почему я верблюжью шерсть, как эксперт, называю умной? Потому Почему что же? Под ней вам не жарко, даже если температура в комнате очень высокая. Да. Вот волокна верблюжьей шерсти полые, и они вместе с ними дышит ваша кожа, и вы не потеете никогда под верблюжьим одеялом, вам не жарко, нет неприятного парового эффекта. Легкое, согревающее тепло. Ты знаешь, Оля уже решила все это, опробовать. Конечно, хорошо, но давайте будем проверять. Знаете, давайте. Я мерзну, я люблю, чтобы было тепло. Мне лучше пусть будет жарко, чем холодно. Холодно. Поэтому одеяло для меня имеет огромное значение. Ну что ж, давайте проверим. Тем более, что у нас и подушка, и одеяло – это комплект «Тысяча и одна ночь». Олечка, ну, на что ты обращаешь внимание в первую очередь, когда укрываешься одеялом? Что для тебя в одеяле самое главное? Самое главное. И вы главное, тоже задайте себе этот вопрос. Вот, дорогие друзья, мне важно, чтобы одеяло было теплым и не тяжелым. Не тяжелым. Одеяло из верблюжьей шерсти облегченное. Я вам объясню, почему мы выбираем именно легкие одеяла. Потому что даже доказано уже то, что если вещь на вас тяжелая, тем более в течение всей ночи, это вызывает утомляемость. Одеяло из верблюжьей шерсти облегченное, вам будет комфортно до самого утра. Оно невероятно теплое, но при этом не жаркое. Вот такими уникальными свойствами обладает верблюжья шерсть. Ну, ты знаешь, у меня сразу возникает вопрос. Легкое одеяло, но у меня есть верблюжье одеяло, но оно тяжелое и колючее. Почему это одеяло такое легкое, воздушное, при этом теплое? Действительно, раньше верблюжьи одеяла были колючие, и колючки выбивались даже через пододеяльник. Сегодня оно стало современным. Волокна верблюжьей шерсти прочесываются, пух деликатно, вручную отделяется от основного волоска верблюжьего верблюда. И поэтому мы получаем мягкое, пушистое одеяло с полыми волокнами, поэтому он так хорошо держит тепло и не выпускает его долго. Изолирует тепло, подстраивается под температуру нашего тела. Ну что ж, а мне очень хочется разобраться, где же тут прячется верблюжья шерсть. Покажи, пожалуйста, есть верблюжья возможность? Шерсть у нас в подстежке, конечно, а подушки с чехлами, обратите внимание, вот
здесь вот потрясающий микс инноваций и натуральной верблюжьей шерсти, которая обработана своим природным воском, ланолином, который нейтрализует токсины человеческого тела, защищает нас от бактерий, потому что для бактерий это агрессивная среда. И вот Оля захотела послушать запах верблюжьей шерсти, на это тоже обращает внимание. Сегодня при производстве ланолин очень хорошо обрабатывается, и поэтому запаха неприятного не издают наши подушки и одеяла. Вы будете дышать свежестью текстиля. То есть получается, что ланолин это идеальная возможность. Ну что ж, ну и конечно, вот вспомните, как часто вы просыпались и с головной болью, и не отдохнувшие, и не выспавшиеся. Вы вспомните, как часто вам приходилось с утра приводить себя в чувство. Мы должны просыпаться отдохнувшими. В этом нам помощники, конечно же, одеяла и подушки из верблюжьей шерсти. Причем, Олечка, верблюдов используют нерабочих, только специально для производства шерсти, потом, значит, из которой делают текстиль. Это специальные верблюды. Верблюдов используют молодых, которые не замучены работой, вручную отделяют пух верблюда, прочесывают. И поэтому подушка свежая, пушистая, волокно прочесанное. Но я вам хочу сказать, как эксперт, из чего же состоит наша подушка, потому что наверняка у вас вопросы. Основной наполнитель – это силиконизированное волокно нового поколения, которое тоже является гипоаллергенным, поэтому на этой подушке вы точно уверены за свое здоровье. Я вам рекомендую ее даже для маленьких детей. И вот эта ткань еще и усовершенствована вот такой прослоечкой из верблюжьей шерсти, которая не пускает бактерий к вам. Кстати, это особое предложение будет радостным подарком для ваших бабушек, для ваших дедушек, для ваших родителей, потому что мы заботимся о здоровье. Посмотрите, какая подушка пышная, посмотрите, как она возвращает свою объемность. Итак, 1390 рублей – это не стоимость подушки. Нет, в магазине стоит, кстати, одна подушка таких денег. Это стоимость комплекта. Подушка 50 на 70 и одеяло на полутораспальную кровать. Я тебе предлагаю прилечь на нашу подушку. С удовольствием. И мы давайте прямо в действии испытаем, насколько тебе комфортно. А я расскажу важные моменты, на которые надо обратить внимание при выборе подушки. На нашей подушке удобно спать и на боку, и на спине. Посмотрите, Оля легла и не провалилась до матраса, потому что подушка прекрасно поддерживает. Знаете, чем это хорошо? Тем, что спинка Оли ровная, не заломилась шея. Посмотрите, с дном декольте расслабляется лобная часть, лицо. Женщины без морщинок. Мужчины отдохнувшие, энергия полная. И утром вы просыпаетесь с хорошим настроением, заряженным энергией на целый день. Правильная поддержка шейного отдела, то есть ортопедические свойства, это то, что я хочу подчеркнуть в нашем комплекте «Тысяча и одна ночь». Сейчас посерьезнее, да, обратите на это внимание, потому что часто задаете вопрос, спала, вроде 8 часов и не выспалась. Значит, спали не на правильной подушке. Может быть, она была слишком рыхлой у вас. Смотрите, какие потрясающие возвратные свойства. Слушайте, как я обожаю свою работу. Вы знаете, какое я получаю расслабление, какая же красота. Итак, это подушка, которая поддерживает. Вот абсолютно я отдыхаю. Даже не хочу вставать, девочки. Ну, можно еще полежу чуть-чуть. Это качественные подушки. И, конечно, выбирая подушки с верблюжьим пухом, с верблюжьей шерстью, вы получаете поддержку и, конечно, это здоровье. Вы получаете не просто сон, а фактически профилактическую процедуру и даже где-то лечебную. Потому что верблюжья шерсть снимает напряжение, которое мы на течение дня получаем. Лечит немножко суставы, радикулиты своим сухим теплом. Ну что ж, самое главное предложение сегодняшнего дня – это комплект для сна. «Тысяча и одна ночь». Это самое выгодное предложение. Посмотрите, ценник красный, а это значит только один день, выгодная цена, и нужно сегодня обязательно заказать комплект. Больше такой выгодной цены не будет. Это сезонный товар с максимальной скидкой. Комплектов много на любой вкус. Самый дешевый, самый доступный – это одеяло полутораспальное и подушка 50 на 70. Его сейчас демонстрирует наша эксперт Юлия. Посмотрите, заказывайте, выбирайте свой. 6 вариантов комплектации. Одеяло есть разных размеров – полутораспальные, двухспальные евро. Подушки тоже выбирайте на свой вкус 50 на 70 или 70 на 70. И, внимание, на телеканале Шопен Шоу для вашей выгоды, для вашего удобства и комфорта мы предлагаем именно комплект сразу и одеяло, и подушки в одном.